Варли подходит к концу съемки мини-сериала «Гостишка». Отчасти это автобиографичная история самого режиссера проекта Евгения Григорьева. Каждая серия – это отдельный эпизод, что повествует о жизни работников одной орловской гостиницы. Сериал будет состоять из 8 комедийных теленовелл по 20 минут каждая. Пилотную серию покажут уже в ноябре в театре «Свободное пространство».